«Динамо» потерял очки сегодня. Вернее, вчера в своем матче против «Торпедо». Ворота пустые. И мяч. Вроде бы простенький, да, навес. Но здесь вот так неудачно сыграли. И Черенчиков оказался в полуоборота. Еще развернут в момент удара Перейра. И не смог этот мяч догнать. Штрафную площадь Захари Сираков завалился аж на двух игроков Краснодара. Там Игорь Пикущак, но как следует пробить не смог, пробить, что момент уже закончился. Но вот еще один навес, и Януш Гол головой вколачивает мяч в сетку. Опять Краснодар мяч потерял. Агуда. Агуда уже в штрафной. Дикаль спасает. Омкара навес. Отскок. Дикаль в блестящем прыжке. Один в пользу Диканя. Хотя там в первом случае гол не попал в ворота. Ух, как здорово действительно сыграл Дикаль. Посмотрите, тяжелейший. Мамаев. И опять такая вот ошибка на ровном месте. Широков. Может быть, здесь что-то получится. Перейра выручает Герус уже своим. Ну что, кто кого? Перейра отражает мяч. Ну, где удар? Нет удара. И здесь.